В университетской клинике Казанского федерального университета установлено новейшее оборудование – ангиографический комплекс, который позволит совершить прорыв в рентгенохирургических исследованиях, делать операции на новом уровне качества и безопасности. На сегодняшний день у нас находится самое новейшее оборудование – ангиографический комплекс, который только-только вышел на рынок, и мы первые в России имеем ангиографический комплекс с новой трубкой Gigalix. Это вот фирма Siemens представила, и у нас она впервые в России установлена. Также мы имеем аксессуары для этого ангиографического комплекса для проведения операции через лучевой доступ. В последнее время происходит активное внедрение такого метода, как лучевой доступ. Это чем хорошо для пациента? Это то, что ранняя мобилизация пациента. После операции у нас пациент после мобилизации, допустим, маточных артерий может сразу вставать и легче переносить постмобилизационный синдром. Нет необходимости пациенту лежать целые сутки. То есть здесь для пациента это плюсы. Также, например, операция через лучевой доступ снижает риск осложнения места доступа, например, при пункции артерии. Это все положительно сказывается на время пребывания пациента в стационаре, это намного короче. И также легче переносится сама операция для пациента. Ангиографический комплекс оснащен пакетом программ, которые улучшают визуализацию сосудов при сложных поражениях. У тех пациентов, которые иногда, может быть, отказывались раньше оперировать или не могли из-за того, что мы не видели каких-то поражений, например, коронарных артерий при ишемической болезни сердца. Сейчас мы можем это визуализировать и безопасно имплантировать тот же самый стенд в сужение, в бляшку. Тем самым мы можем видеть, как этот стенд раскрывается, и можем оптимально его позиционировать, что позволит нам, конечно же, проводить операции на новом уровне. Новая ангиографическая система также оснащена системой безопасности лучевого излучения, которая снижает нагрузку на пациентов более чем в 2 раза. Наш ангиографический комплекс, который мы установим в университетской клинике, позволит проводить такие операции, как транскатетерное протезирование артального клапана, эмболизация различных новообразований, то есть даже можно развивать это и в онкологии. Также позволит проводить операции на сосудах головного мозга, это нейроинтервенции, что успешно мы применяем и делаем это при инсультах, да, в острых состояниях, тромбоэкстракции с головного мозга. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.